же дождались. Вот он, финал проекта «Споем живьем» с Русским радио. 18 участников ждали своего часа 2 месяца, 4 отборочных этапа, тяжелейший полуфинал. И, наконец-то, на сцене Максимилиан Суфа встретились самые сильные вокалисты. В минувший вторник при полном аншлаге в баварском клубном ресторане «Максимилиан» состоялся долгожданный финал чемпионата «Споем живьем» с Русским радио. В финал, напомним, вышли 18 человек. В этот горячий вечер к условиям оценки выступления, помимо вокала и артистизма, добавился еще один критерий – сценический образ. Ведущие вечера – Мария Рябова и Лейла Савицкая. Финал пролетел незаметно под зажигательный аккомпанемент и нетривиальные аранжировки хорошо известной группы «Feel Good». В составе жюри финального вечера – легенда караоке Софья Вассерман, певица Екатерина Ямщикова, победитель конкурса караоке Алексей Кобелев, генеральный директор интернет-провайдера «Зеленая точка» спортсмен Ильгиз Галямов, исполнительный директор мультимедиа-проекта «Уфа-собака.ру» Елена Доминова, а также руководитель службы новостей, главный редактор и ведущая Наталья Микулинская и неизменный, а также самый высокий председатель жюри, руководитель службы продвижения русского радио в холдинге «Медиатраст» Алексей Янцер. Девушки, участницы «Яркого вечера», блистали и нарядами, и созданными образами, и красивым вокалом. Мужчины были брутальны и выразительны. Фантастическая атмосфера сложилась в этот вечер благодаря пришедшим гостям, неистово и горячо поддерживающим конкурсантов. Весело, шумно, классно, а главное, душевно, как всегда на Русском радио. Слушайте волну 104.5, и все будет хорошо. Ну и практически все выпуски, самые интересные, самые яркие и самые незабываемые, смотрите на телеканале MTV Mix. Жюри пришлось нелегко, потому что пели все профессионально, душевно и весьма талантливо. Ребята идут ноздря в ноздрю. В конце будет жарко, и выбирать нам будет еще, поверьте. При абсолютном единодушии жюри первое место и главный приз конкурса был вручен очаровательной Елене Белиновской, которую в торжественной атмосфере под аплодисменты зала заслуженно наградили. Я на самом деле не ожидала такого поворота. Огромное спасибо всем организаторам за такой замечательный конкурс. Рада безумно. Спасибо всем огромное. Напомним о том, что главный приз мероприятия – сертификат на 50 тысяч рублей в ювелирный салон, а также сертификат на год бесплатного интернета от генерального спонсора ООО «Зеленая точка». Как и положено красивой женщине, роскошный букет весенних цветов и еще много приятных мелочей. А вот за второе и третье место развернулась нешуточная борьба. Члены жюри долго спорили и не могли прийти к единому мнению. В итоге третье место поделили Альберт Аскин и Марат Гайни Динов, получившие свою порцию и славы, и аплодисментов, и подарков. Второе, заслуженное место, досталось не менее очаровательной жительнице города Туймазы Ахмедовой Айгуль. Приз зрительских симпатий был вручен Ирине Балтиной. Чемпионат «Споем живьем» с Русским радио подарил людям возможность выразить себя, творчески реализоваться, а также счастье, радость и праздник души для всех тех, кто навсегда и так сильно влюблен в музыку.